20 декабря в администрации района состоялась торжественная церемония. Заместитель прокурора Кашхабльского района совместно с главой администрации муниципального образования Кашхабльский район Зауром Хамирзовым в торжественной обстановке вручили благодарности от имени прокурора Республики Адыгея Шевченко Игоря Сергеевича учащимся общеобразовательных учреждений Кашхабльского района, принимавшим участие в конкурсе рисунка «Прокурор глазами ребенка», приуроченного к 300-летию прокуратуры России. Николай Бабаев поблагодарил родителей и педагогов за правильное воспитание подрастающего поколения и пожелал успехов. Я хочу выразить от лица прокуратуры Кашхабльского района всем участникам, которые принимали участие в этом конкурсе, благодарность. Ну и, соответственно, все участники поощрены прокурором республики памятными благодарностями. Они в рамочках у нас сложены. Мы хотим сегодня вручить всем участникам, детям за принятие участия. Также хочу поблагодарить ихних родителей и педагогов. Вот это правильное воспитание, отношение к надзорным органам проявляется в детских рисунках. Спасибо вам большое. С наилучшими пожеланиями к школьникам и педагогам обратился глава района Заур Хамирзов. Надеюсь, количество участников таких конкурсов в последующем станет еще больше. Хотел бы еще раз поздравить всех участников, всех победителей. Спасибо всем огромное. Далее 19 детей были награждены благодарственными письмами прокурора Республики Адыгея. Пожелаем школьникам дальнейших успехов.